5 ноября в Республике Молдова состоятся всеобщие местные выборы. Граждане проголосуют почти за 900 примаров и более чем 11 тысяч местных советников. Но кто такой мэр и каковы его обязанности? Кто такой примар? Примар – это представительная власть населения административно-территориальной единицы и исполнительная власть местного совета, избираемый демократическим голосованием граждан сроком на 4 года. Он должен получить более половины действительных голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Какова роль примара? Примар является главой исполнительной власти населенного пункта. Он отвечает за организацию работы примарии и исполнение решений местного совета, представляя интересы горожан. Каковы основные полномочия примара? Он обеспечивает исполнение решений местного совета, совершает сделки по управлению или распоряжению имуществом, относящимся к публичной или частной сфере населенного пункта, предлагает структуру, штатное расписание и предельную численность персонала примарии, выполняет функцию администратора местного бюджета и другие. Примар осуществляет свои полномочия со дня признания его мандата до даты признания следующего мандата примара, за исключением случаев досрочного прекращения обязанностей. Срок полномочий примара может быть продлен органическим законом только в случае войны или катастрофы. Вот некоторые ситуации, в случае возникновения которых мандат примара может быть прекращен досрочно. Несовместимости должностей, установленной ставшим окончательным констатирующим актом национального органа по неподкупности. Невозможности исполнения им своих обязанностей на протяжении более 5 месяцев подряд. Вынесение окончательного обвинительного приговора о лишении свободы или окончательного вступившего в законную силу решения о запрете занимать должность примара на срок более 5 месяцев. Его отзыва через местный референдум. Подача в отставку. Смерти.